Доброе время суток, с вами Светлана. Вот сейчас у нас начало декабря, и я решила прорастить семена пепина. Уже пора, можно или в конце ноября, или в начале декабря. Это, не знаю, может это выращивала, я никогда это не выращивала, это растение. Оно очень вкусное, говорят, похоже на авокадо, на дыню, на грушу, не знаю, вот такой вкус. Бывают разные, их очень много сортов, и кругленькие, и длинненькие. Пепина спеет через 160-180 дней. Поэтому так рано надо садить вот сейчас, или еще раньше можно было, или вот в декабре. А проращивать надо их при температуре, где-то поставить семена, где-то температура где-то была по 28-26 градусов. И когда начнут прорастут, потом будем пересаживать их в землю. Самый распространенный сорт Консуэла и Рамзес. Я сейчас сказала Консуэла, заказала в агромаркете, должны прийти семена оттуда еще. Потому что это неизвестный сорт, здесь ничего не написано, просто написано пепина. Посмотрим, какой. Я эти самые семена, вот видите, какие. Очень мало такой упаковочки идет. 5 штучек вот такой ампулки. И разные размерчики. Совсем маленькая какая-то. И такие вот закрученные. Похоже, кстати, на семена баклажан. Такие вот рогалики. Или на перца. На перца побольше. Ну, будем сейчас пробовать их вот так. Боже, какие они манюбутенькие. Водичку взяла. То главное, чтобы температуру как-то поддержать 28 градусов. Как это сделать, чтобы точно было? Вот 5 семян и не видно. Но я уже сделала вот 5 семян. У меня есть здесь, и здесь будет 5 семян. Сейчас будем закутывать их. Вот так вот. В этих пленках всегда хорошо проращивается, да? Может, и у нас, у меня получится. Резиночка сверху, как всегда. И вот сейчас вот такой стаканчик, прям можно и сюда, и этот. Здесь водички вот сколько налила я. И вот сюда вот будет две штучки такие у нас здесь. И вот сюда вот так вот. И сейчас сверху еще оденем вот резиночку. Опа, все. Вот такое готово. Сейчас поставлю на батарею и буду за ней наблюдать. Посмотрим, так хочется вырастить, попробовать. Листья похожи у них на томаты или на перец. Посмотрим. Ну все, будем ждать. Всем пока-пока. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И будем вместе наблюдать за растением пепина. Может, что-то и получится.